Я вас приветствую, дорогие друзья. Давно не виделись с вами. Давно не обсуждали то, что происходит в Молдове. Но это не значит, что я не наблюдаю. И не делаю все для того, чтобы мы двигались вместе с вами вперед. Вперед к нашей большой победе, которая, поверьте мне, обязательно будет нашей. Так. Так, вижу Бельцин, вижу Кишинев. Ждем по традиции несколько минут, чтобы подключилось максимальное количество пользователей соцсетей. Признателен вам за перепосты, репосты. Фачи Зворок, репостерышек с санурезисти. Санурезисти антенна Ла Публика. Так, Вэд Окница. Вижу Кишинев, что-то диаспора наша. Не очень активно. Ильян Кашу Салот. Руслан Уленник Лохенчешть. Белый медведь пишет, что я уставший. Не, вы знаете, ну как, после трудового дня были сегодня какие-то встречи. Занимаюсь там кое-какие процедуры по здоровью. Здоровье мое пригодится нам всем. Так, а вот Педангрицак в центру Молдови. Стелуца Унуцу. Дом на примар, Урашевый Гладень. Так, вижу Онгена. Так, ну я вижу. Я просто говорю с вами, смотрю за счетчиком, все растет. Звук слабый. Так, а как же звук увеличить? Ну, буду говорить громче. Значит, да, вот мой мутулами Димбелс. Вот Урлештю. Кишинев, Вэд Фалештю. Так, ну что, ребят, как дела, как обстановка? Знаю, что тревожно. Знаю, что очень много есть вопросов, которые вас беспокоят. Значит, хочу вам сказать, что эти же вопросы, поверьте, беспокоят и меня. Да, сегодня временно я нахожусь за пределами страны, потому что вы знаете обстоятельства, которые вынудили меня находиться сегодня за пределами Молдовы. Но эти обстоятельства ни в коем случае не мешает мне бороться, я бы даже сказал наоборот. Значит, я работаю в правильном направлении. Результаты этой работы, очень надеюсь, что будут ощутимы. И те положительные мероприятия, которые я готовлю, это мероприятия социального характера, это мероприятие номер один, которое должно нас всех сегодня объединить. Мероприятие по борьбе с правящим режимом. Это главная задача, которая нас должна всех объединить. Ев врал сафаку напел, катритуаты сочиетати. Стимас приятен, стимас четатень Республики Молдова. Астас, брал сыштицка, кяр, мадуар инима, динкауза к ярланой. Супримит че, че нам в руцфи ничего даты. Яр, не удивизат, не электорату ди дряпта, не электорату ди стынга, электорату про рус, электорату про европян. Игорь Николаевич,
стрега пистенга, плохеший де бата еланой, самый проевропейский политик в истории страны. Ну, мак плохотнюк, Васи Гурьё, фача чеш грешал, кумите чеш грешал, коря куми сушфила. Келдзыва проевропейский, но аптявляк и пророссийский. Лас арбатурий проамериканский. Ше кредеца мак тенденца аста держа ну и уна буна. Урмарес тот, че сантемпла на статели унители Америки. Тот, че сантемпла на УЕ. Штиц кум, плохотню кончарка са демонстреза тутил латос партнерий. Европень пята ела и чел каре лупты пентру интеграре европеана. Штиц кум лупта шекум лупты Порошенко дям ден ултим или потерян Украина. Сегодня ведь Порошенко как борется, да? Вот смотрю, что происходит на юго-востоке Украины. Украинская армия что-то провоцирует, используя артиллерию, всю военную технику, которая у нас есть. Значит, подогревает конфликт. Почему? Для того, чтобы Порошенко сейчас пытался рассказать новому президенту США Трампу, чтобы опять была возможность говорить с первыми лицами Евросоюза, что вот так и так, смотрите, я тот, который сегодня борется с пророссийскими сепаратистами на Юго-Востоке, понимаете? То есть сегодня, вы понимаете, человек использует кровь, мирных жителей для того, чтобы хоть как-то показать свою значимость перед европейцами. Европейцы и американцы, поверьте, что поняли, кто такой Плохотнюк. Значит, сегодня, как минимум, исходя из того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, он даже не полетел на инаугурацию, хотя у него было приглашение купленное через компанию, которая его лоббировала в США все это время. Но ему там дали место где-то там в 159-м ряду. Поэтому плюс некоторые СМИ вскрыли эту ситуацию, что он за деньги пытается попасть на инаугурацию нового президента США. То есть в Америке вопросов сейчас более чем достаточно, внутренних. И сегодня держать им во главе молдавская евроинтеграция Плохотнюка, это как бы окончательно похоронит эту евроинтеграцию, они это понимают. Значит, сегодня Плохотнюк, если станет пророссийским, то по-русским он, по-русским Плохотнюк не нужен, потому что они видят результат, к чему пришла проевропейская коалиция, который рулил все эти годы при всех примерах Плохотнюк. Поэтому русские его все-таки оставят проевропейским, чуть-чуть проамериканским. Сегодня мне очень больно, повторюсь, значит, наблюдать за тем, что людей разделили. Значит, понимаете, между нами строят сегодня бетонную стену. Значит, между проевропейскими и пророссийскими гражданами Республики Молдова. Я говорил всегда, Плохотнюк, кстати, украл у нас идею, я просто не говорил про мост между Западом и Востоком. Я с 2014 года, вернувшись в Молдову, начав политический проект, говорил о том, что Молдова должна быть площадка, на которой Запад с Востоком взаимодействует, а не устраивает какие-то козни. И такая же позиция у меня остается сегодня. Понимаете, сегодня, если мы все сплотимся, потому что нас ждет огромная работа, значит, специалисты, у которых есть возможность, какой-то послужной список, и люди, которые могут принести пользу Молдове, общаясь с европейцами, они могут это делать. Те, у которых есть контакты в Российской Федерации, должны это делать в России, понимаете? Сегодня вот эта войнушка, которая происходит,
Значит, она привела к тому, что вы не замечаете таких событий, как, например, сегодняшний там Павлюк. У нас заместитель председателя городского суда. Павлюк, судья с Буйкан, значит, который сажал Филю. Ну, это ладно. Хотя с Филей должны сидеть остальные. Но этот же Павлюк отпустил Шора под домашний арест. 17 ноября, после того, как наш черный банкир Горбунцов дал интервью Балакчи в скайпе, значит, дал показания, за которыми летали к нему молдаване в Лондон, кое-что он отправил им по почте. Значит, 17 ноября, хочу вам сказать, что этот же Геннадий Павлюк, значит, изменил меру пресечения Горбунцова. Горбунцова был мандат на арест. Он был в Интерполе в течение последних 5-6 лет. За хищение, за шантаж, за организацию убийства. Значит, все, закрыли все дела против Горбунцова. Значит, этот же Павлюк Горбунцова сделал законопослушным гражданином Республики Молдова. Кстати, я помню и Тимофти, и Подурару, и Филат, и сам Плохиш. Они говорили о том, что Воронин с нарушениями выдал Горбунцову молдавское гражданство. Значит, исходя из этого, я думаю, что мы напишем письмо президенту Дадону, где мы, я уверен, что не уверен, а я знаю, что нарушений там в разы больше, чем те нарушения, которые он там увидел в гражданстве Басеску. Там конкретные нарушения, потому что там делалось все тяп-ляп. Горбунцов дал тогда пару копеек, и все это решили там за очень короткий промежуток времени. Вот Павлюк стал заместителем председателя городского суда. Значит, вижу, что сегодня какими-то непонятными путями, вижу, СМИ появилась сейчас информация, Василий Ботнарь будет новым руководителем Молдовы ГАЗ. Что Василий Ботнарь, я как-то говорил про него по телевизору, да, то есть он нормальный парень, я его помню еще с аэропорта, но сегодня Василий Ботнарь это менеджер в команде Плохотнюка, понимаете, где Плохотнюк точно не ставит Ботнаря на Молдова ГАЗ, значит, для того, чтобы предприятие развивалось. Это я четко понимаю. Сегодня они пытаются легализовать украденный миллиард через амнистию. Вы представляете себе, сегодня достаточно заплатить те же деньги, тот же процент, который, например, берет Western Union за перевод денег в Молдову, даже меньше, для того, чтобы легализовать украденные деньги. Хочу четко сказать, что 26 февраля будет съезд нашей партии. Это будет большое мероприятие, где будет официально заявлена наша позиция, что мы будем добиваться досрочных выборов. Я не согласен с идеей референдума. Я, вернее, не против идеи референдума. Просто мне объяснили, что если мы пойдем по пути референдума, который предлагает Дадон, то у нас досрочные выборы должны быть вместе с плановыми. То есть это как бы никаких результатов не даст. А сегодня страна хочет досрочных выборов. Одна из позиций нашей партии, которая будет озвучена на весь мир, что все те, кто легализует сейчас деньги, значит, по их новому закону, значит, все то, что они сейчас легализуют, это будет национализировано. Потому что сегодня преступным путем добытые деньги за копейки легализовывают, ну, это преступление против всего молдавского народа. Сегодня, когда нам постоянно рассказывают про борьбу правых и левых, ребят, я вас прошу, я от всего сердца прошу вас
прекратить спекуляции, прекратить войну проевропейских с пророссийскими. Мы все граждане одной страны. Люди потом решат, в каком направлении должна двигаться Молдова. Ни один политик, ни я, ни Дадон, ни Плохотнюк, ни тем более Миша Гемпу, Воронин, Андрей Настас, Майя Санду, все те, кто есть сегодня на молдавской политической арене, не имеют права решать, куда движется страна. Людей нужно правильно проинформировать, и большинство граждан Молдовы решит, в каком направлении мы будем двигаться. Сегодня давайте объединимся, свергнем эту хунту, для того, чтобы в Молдавии появились суды, чтобы в Молдавии появились нормальные прокуроры, полицейские. А те нормальные прокуроры и полицейские, которые есть сегодня, которые там где-то держат их там где-то на пятом ряду, людям просто не дают расти по карьерной лестнице, потому что они не ходят и не участвуют во всех этих комбинациях. Я хочу попросить президента Молдовы Игоря Дадона, которого я вместе с нашими соратниками поддержал во втором туре, прекратить нагнетать ситуацию в обществе, потому что это сегодня выгодно одному человеку. И фамилия этого человека Плохотнюк. Сегодня в руках Игоря Николаевича Дадона есть уникальная возможность снести этот правящий режим, выйти, обратиться к людям, сказать: Игорь Николаевич, а спромеск синтез пришедентели тутурор. Окей, а сфакот уняли декларации Ла Москва, ну пас там возут, уняли декларации Ла Кишина, уже не будем расторгать соглашение с Евросоюзом, пересмотрим, нет, окей. Уберите тему сейчас геополитики. Давайте объединим сегодня, консолидируем общество, потому что сегодня этими комбинациями Плохотнюк загоняет под матрас Дадона, а я предпочитаю сегодня под матрас загнать Плохотнюка. И только объединившись, мы можем это реализовать. Игорь Дадон может возглавить сегодня народный протест. Игорь Николаевич может выйти с протестующими, обратиться к армии. Почему, когда мы протестовали год назад, значит, мы находились на одной сцене с Игорем Дадоном, с Андреем Настасом. Игорь Николаевич, потонч кувочи дистул ди клары, астригат куной, жос Плохотнюк, жос Плохотнюк. Акумал намец пшедентели партидлу демократ. Да, елы пшедентели партидлу демократ, да ела астазы и бандиту номер уну Республика Молдова кари узурпат птерян стат. Ел фащ чеще время жу дикэс. Мы не азврея, азвабадишь пивой лапушкарей. Пур симплу пункнову ташаскоп. Астас ной путем эмприуны. Еу поцефил ачел дин чентру. Кари осы дискути куче дин дряпта. Дак ну враз дискути, Егор Николаевич. Еу блеспун челор пикари эйну мешти чинева дин дряпта. Ну и консидер ю. Ворбески у кудудон. Сегодня мы можем засунуть Плохотнюка под матрас, а там уже его будут наши ждать. Один будет ждать с ножницами, сделать ему прическу, как у Вити Гурео. Второй будет ждать с комплектом клетчатой пижамы. Понимаете? Значит, сегодня президент страны обсуждает какие-то компромиссы. Вернее, не обсуждают компромиссы, а правительство говорит о каких-то компромиссах. Они предлагают ему послов. Он не назначает новых, потому что они не отозвали посла Молдовы в Румынии. Потом займемся послами. Сегодня когда я говорил о люстрации в 2014 году, это одно из оснований, за которых нас сняли с выборов. Потому что я сказал, что через эту
мясорубку, без которой сегодня мы не можем построить нормальное демократическое государство, значит, не избавившись от грязных полицейских, судей, прокуроров, мы не можем построить нормальное современное демократическое общество. Вы понимаете, что они делали все для того, чтобы не допустить нас. Нас не допустили ни в 2014 году, значит, нам не дали участвовать в президентских выборах. Ну, вы все понимаете, какой был бы результат, если бы они не устроили эту ситуацию с возрастом, понимаете? Значит, ЕУ, Деклар, Шивасигурк, Аманализат, Фартибини, Тоцинтентун, Молдова. Евроусы, Деклар, Сваку, Декларати, Клары. Я хочу четко высказать свою позицию. Значит, это также обращение к Игорю Николаевичу Дадону. Я не буду сегодня... У нас были какие-то конфликты. Политически наша партия оказала поддержку кандидату от партии социалистов. Но президент не должен забывать сегодня о политзаключенных. И президент должен понимать, что только объединив общество, мы можем нанести смертельный удар по плохотнику. Я готов оказать любую поддержку Игорю Дадону, любую, подчеркиваю, если он готов сегодня для начала хотя бы под матрас засунуть режим плохотнюка. Понимаете? А у нас есть эта возможность. Если Игорь Николаевич считает, что его миссия заканчивается на том, что мы будем смотреть, каких судей назначаем, каких не назначаем, летаем в одну страну, в другую. В каждой стране, в которой бывает президент Молдовы, он должен говорить, что я представляю захваченное государство, захваченное бандитом номер один Владимиром Плохотнюком. Скурт, Кларшку, Принзатур. Они там просто издеваются, понимаете? Они забрали, да, у Дадон не может влиять на ситуацию с генеральным прокурором. Карри ревизуирь, о чем мы говорим сегодня? Ну, чистый цирк, понимаете? У Дадона забрали даже службу охраны. Значит, я уверен, что там даже уже повар Плохотнюковский сидит в Кондрице, понимаете? И вот в этих условиях не будет никаких результатов, потому что у людей огромные ожидания. Одни ждут денонсацию соглашения с Евросоюзом, которую Игорь Николаевич им обещал. Другие сидят уже злятся на Дадона. Ребят, вчера смотрел программу с Натальей Мораль. Значит, мне понравилась позиция главного редактора Ньюсмейкера МД Владимира Соловьева, да, который говорит: ребят, вы когда пишете, это не мой президент, вы не правы. Вы сделали так, чтобы он был президентом. Понимаете? Мы до сих пор все, подчеркиваю, и не надо искать сейчас виноватых, значит, принимая все эти котлеты плохотнюковские, отставку генпрокурора, отставку председателя Нацбанка, выборы, прямое избрание президента. Ребят, все шло по сценарию Плохотнюка. Я весной только сказал о бойкоте, все сразу заахали, заохали, понимаете? Люди начали требовать кандидата. Хорошо, есть кандидат, не могу я, Дмитрий Алексеевич. С четкой, короткой программой. Указ номер один. Сегодня кто-то ходит на телевизор, да нет, это нереально, это... Они просто говорили, что привлечь электорат. Ребят, Игорь Николаевич, представьте себе, подписывает указ о распуске парламента, выходит и послушайте, да, президент не имеет права, но у меня есть мандат от большинства граждан, и поверьте мне, зааплодируют и правые, и левые, понимаете? И дальше устраиваем загон на Плохотнюка, Люду и так далее, понимаете? Значит, поэтому, да, вот тут пишут в комментариях, Плохотнюка нужно проводить как филат. Это в лучшем случае, понимаете? Значит, Дадон не решит вопрос с кукловодом. Ребят, вопрос с кукловодом решу я сам. Извините за наглость. И мне помощники в этом даже особо не нужны. Просто по тому пути, как я его решаю, это будет долго. А хочется побыстрее не для меня, а хочется побыстрее для всех вас, для всех граждан страны.
Сегодня мы американцы заняты своими проблемами. Плохотнюк не вылетает на территорию Евросоюза. Я знаю, о чем я говорю. У него там было пару вылетов в Дубай. То есть Плохотнюк понимает, что где-то, как-то, что-то. Хочу сказать Владимиру Плохотнюку, передать привет от его двух адвокатов, которые прям вспотевшие такие уже сидят, не вылезают из Лиона, там находится штаб-квартира Интерпола. Задача отбивать любую попытку подачи Плохотнюка в Интерпол. Где-то справляется, где-то не очень. Значит, поэтому, значит, поэтому такая ситуация. Так тут пишет Борис Гончар. Я просто делаю иногда паузу, я читаю ваш. Усатый говорит, что Дадон может посодействовать в уничтожении режима Плохотнюка. Хотя сам Усатый заявляет, что только он может это сделать. Я сказал о том, что объединившись сегодня всех граждан страны, мы снесем Плохотнюка, нам нужен один протест, который продлится максимум трое суток. Понимаете? Значит, если мы идем по тому варианту, которым я занимаюсь, то это займет какое-то время. И боюсь, что от молдавского государства ничего не останется, с какими темпами грабят сегодня страну. Вот и вся ситуация, понимаете? Вот. Значит, хочу сказать еще одну важную вещь. Где... Чтобы вы понимали, что никто вас не толкает на протест. И не думайте, что организовав протест, я буду находиться в Москве. У меня есть возможность оказаться в нужное время, в нужном месте, в Республике Молдова. И да, я призову, нам надо определиться с датой и так далее. Но сегодня... Значит, сегодня мне важна реакция гражданского общества. Ребята, когда смотрю, как проходят протесты в Румынии, они сами выходят все больше и больше. А наши все сидят, смотрят, что сделает Настас из платформы, что сделает Тусатый, что сделает Дадон, что сделает Маасанду. Ну и коре. Хадец снегендим лаудат, хадец уамень бунснин туарщи макаса. Хадис нинтуарща макаса, ши целикантем гудбай уамень вонь. Калфел гудбай, осникынти плохотнюк латец, латос чататени ди Молдова. И вся Молдова уедет на заработки. И вот сегодня, его сегодня это абсолютно устраивает. Значит, так. Вот тут пишут умный комментарий. Ливию Калмацу. Да, а ты прячешься в Москве. Да, дом не ферешки. Прячусь так, что с шалаша прям не вылезаю. Значит, скоро моя работа в Москве закончится, ребят. Что я буду делать дальше, вам скажу. Мы с вами обсуждали игру и так далее. Я вижу тут комментарий, значит, не успел его дочитать до конца. Там что-то было написано, что вот вам нужны 800 тысяч голосов, которые голосовали за Дадона. Почему вы своих растеряли? Ребят, мое неучастие в выборах президента привело к тому, что центр лево, как бы самый раскрученный, популярный, самый богатый, был Игорь Николаевич Дадон. Понимаете? Поэтому давайте прекращать сейчас спекуляции. Все, выборы прошли. Сегодня вопрос, как помочь Дадону избавить Молдову от правящего режима. Игорь Николаевич не должен бояться моего возвращения в Молдову. Моего возвращения в Молдову должен бояться и боится сегодня Плохотнюк. И правильно делает, что боится. Значит, давайте информировать население. Давайте как-то активнее общаться, ребят. Давайте доводить информацию до всех тех, кто находится за рубежом, что, ребят, в следующий раз, когда приедете на Новый год, страны не будет. Уамень бунь, дина на нанчит речь, вот дату озвантуарсис, ю акумафаку напела диаспора. Озвантуарсис акасель, дипаш, дипашли, блаженулый, ше асфимне воец с арбатурим паштли каллу, инсалезис, кнос майфи лум инсары. Лумя пляка динсары, фуарти мулцы сун плякас. Ю кредка аса зантрудзы, вене шилу мина ностры,
Дин Канада Акаса. Шижека был вэтпим боед Карелиспони. Ата да я, дедемняц пансара. Сын сигур к ворвиниш студенцы. Ворвини чей каремунчес констрена тати. Значит, астая ситуация. Значит, завтра буду проводить. Видел вопросы по Бельсе. Значит, завтра в 10 утра, ну 10 по Москве, 9 по Кишиневу будут совещания с коммунальными службами. Буду его проводить. Значит, где обсудим все вопросы, которые касаемо только Бельса. Значит, может про районам провести мини-опрос, кто поддерживает и выйдет на протест. Заодно и проинформируем, что готовится. Очень хорошая идея. Очень хорошая идея. Очень хорошая идея. Значит, Дежану моей стени меня Молдова. Требуется сантуар, кашчей, карел, плекат. Но это к мержим пи вариантах тот сон плекас, а страштискум, кум им спонял уж маймулц. Приятен, шедин федерация руса, шедин кишнен он спонял, дом и паш, перенат. Ну тебя не было в Молдавии 10 лет, зачем возвращаться? Ну ты же уже живешь в Москве, у тебя тут все отлажено и так далее, понимаете? Значит, что мне тоже не надо было возвращаться в 2014 году? И просто прилетать в Молдавию на свадьбы, куматри. У меня бы не было сегодня врагов. Я бы не был бы сегодня, не был бы сегодня в розыске. Значит, и было бы все замечательно. Я пошел до конца. Я начал вот этот весь клубочек, понимаете, подливать туда чуть-чуть серной кислоты, чуть-чуть их ковырять швабры, понимаете. Это привело к тому, что этот клубок разошелся, понимаете. И как... ушел Филя, уйдет и Плохиша. Поверьте мне, станут ручными. И будут народ слушать. Эти прокуроры, судьи и так далее. Сейчас судьи и прокуроры отправим вместе с Плохотниковым. В Ацентлнитку дудон дикын дицине функция депрешиденте. Да, мы вот дом интервидер. Ам дискутат дис при... Ситуация Республика Молдова, шанс пуск, такие говорят, да конуска помни, Плохотнюк и аминьши Богуслав. Так, разворошил улей. Конечно, разворошил. Привет, Тараклей, мы твоя поддержка, бей врагов. Спасибо, ребят. Значит, ребят, я вижу очень много комментариев по Дадону. Значит, вы можете Игорю Дадону задать вопросы в соцсетях, он на них ответит сам. Мое предложение сегодня поддержать Дадона, оказать ему любую поддержку, которая привела бы к консолидации общества. Не к тому, чтобы разбить общество на два лагеря, как сегодня. Нет, Дуля, так не пойдет. Сегодня нужно объединить общество. Астазной тезом приона, птем, сле, тразим, по кантаре, каше и сасурзаск. Шну и диаста требует сфим приготец. Значит, ребят, значит, спасибо большое за теплые слова. Вижу очень много положительных комментариев. Не буду их, не буду сейчас озвучивать. Ну, еще раз, огромное спасибо. Спасибо всем тем, кто в меня верит. Спасибо нашим координаторам. Спасибо всем тем, кто вкалывает сегодня для того, чтобы сохранить нам нашу партию. Но мы теперь вкалывать будем более организованно, с очень серьезной тактикой, с очень серьезной поддержкой и с большим количеством сюрпризов для наших врагов. И те сегодня политические оппоненты, которые скажут, что вот партия Усатова, это уже всего лишь 3%, они ни на что не влияют и так далее. Но я, вы прекрасно знаете, и примерно я знаю, сколько людей поддерживают. Вот сейчас сделаю небольшой опрос, хочу реальную картину посмотреть. Я специально ждал, чтобы прошли выборы и так далее.
Но по результатам вражеских опросов, ну, рейтинг у нас в несколько раз выше, чем тот, который нам показывали. Нам показывали там эти социологи, ассоциация социологов и демографов, показали, наша партия 7%. Ну, Дон Мукану проводит эти опросы. Человек закончил институт, по-моему, специалист по виноконячным вопросам, там, аграрный институт он закончил, или политех, не помню, он нам сегодня рисует опрос. Сегодня нам также смеялись в 2014 году, если не боялись, был маленький рейтинг, зачем снялись выборы. У нас сегодня больше всего примаров городов в стране, их тоже хочу поблагодарить за ту работу, которую они честно выполняют. Я дальше, ребят, буду поддерживать социальные акции в городах и селах, где наши примары. Будем помогать и в этом году. Значит, в прошлом году мы раздали десятки тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Мы не крадем деньги, как это делал Шор, а из денег, которые я зарабатываю. И мы будем двигаться вперед и вместе с вами строить, обустраивать нашу красивую, прекрасную Молдову. Йомибеск фарти молд цара, Эйбеск вайбес питозвой, ампримит маймулти комментарий, бэвути чефел дива меня урама санцара, мул скривку грешель грамматичен комментарий, туата лумя буны кусту диспиряры плякаты. Йос рамын кутозвой, шедак требуя, ампривуна шас скрим динну, шас коструим то динну, шас коструим цара нова, путерника, модерна, шчалма импортант, респектата, ну, дуарди вечим, да детет глобу помонтеск. Вайбеск, всем хорошего вечера. Мы построим страну, и мы заставим всех с нами считаться. А те, кто считает нас стадом баранов, и что мы должны жить дальше, и дышать по планам Плохотнюка, боюсь захлебнуться. Я вас всех люблю, хорошего вечера. Завтра в 10 часов, кому будет интересно, в 10 по Москве, в 9 по Кишиневу, буду в лайве проводить совещание примарей. Я вас люблю, всех пока. Хорошего вечера.